Вы понимаете, как усиленный контроль – это тот контроль, который нам был нужен всегда. Мы с таким опозданием все это делаем, пусть Господь нас простит. Спасибо большое, Тимур Хухутович. Закон надо принять об иностранных агентах. Вот одно из тех механизмов. Механизмов, которые нам помогут, скажем, администрировать их работу в Абхазии, этих международных организаций и связанных с ними не правильно. Я абсолютно не хочу, чтобы там на кого-то вешали ярлык предателей или так далее. Абсолютно против этого. Против этого того, чтобы их там кто-то там арестовывал за их там убеждения и взгляды, но позволить им работать, как они раньше бы работали, это просто неправильно и невозможно.